ведет вот эту операцию сухого вывоза. Все операции проверяются в рамках комплексных испытаний, за исключением заправки ракет. Видите установку ракеты-носителя в стартовую систему, после чего, значит, у нас будет подведена мобильная башня обслуживания, и следующим этапом у нас планируется подъем глазной части в вертикальном состоянии и установка ее на ракетный носитель. Конечно, я испытываю волнение. Несмотря на то, что я уже много раз возил на своем тягаче «Арианы». «Союз» — это впервые. Ответственно, но не очень сложно. На стартовом комплексе проводятся работы по отработке операций пускового дня. Вот если вы попадете на Байконур или в Плесецк, вот этого, так сказать, восьмигранника, вы будете ползать на карачках. Здесь, как видите, большой простор для работы. К любому щиту можно подойти, практически не сгибаясь, обслужить соответствующее оборудование, стоя в полный рост. И еще есть свобода для перспективы для будущих ракетоносителей. Не каждому удается в такой вот момент быть именно на старте, когда вот ракета стоит на старте, и вся ее двигательная часть, то есть та лошадка, которая выходит на орбиту, у вас перед своими глазами. Вот. Ну, считайте, что вот если вот здесь бы был сейчас бы огонь, это было бы мощное пламя, которое бы вырывалось с огромным ревом. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что начинается новая эра сотрудничества Франции и России в космосе и на Земле. Минутная готовность, 30-й. Готовность 1 минуту примут, 50-й. 70-й, протяжка, продувка, дренаж, мачта, 30-й. Пуск. Есть. Зажигание, предварительное, промежуточное, главное, подъем. Прошел контакт, подъем. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Стабилизация недели устойчива. Параметры системы управления ракеты на минуту. Полет нормальный.